Всем привет! Сегодня 1 мая 2020 года. Нашим малышам исполнилось 17 дней. У нас очередное взвешивание, контроль веса, который мы проводим каждый день. Так, ну давайте. Вот мальчик тут у нас ползает вот так вот. Пока он не начал кушать, мы его взвесим. Давай. Это космос. Ну, мне кажется, 501. Вот когда садишь, сразу 504 граммика. Немножечко посмотрим на тебя. И пойдешь спать. Кушать, спать. Так, записываем. У меня у нас новая страничка. Потом подсчитаем, сколько плюсиков. Так, конечно, так сладко кушают. Придется оторвать вас, девушка. Вот такая хорошенькая комета. 500 грамм. 500 граммиков. Это у нас комета. Так, иди сюда, мой зайчик. Маленький. Лохматенький. Это девочка. Длинношерстная Венера. Четыреста сорок три. Пойдем, вот он тут кушает. 443. Так, кто у нас еще не был? И нас не было, ты. Звезда. Слушайте, звезда, ты у нас не длинношерстная случайно? Красавица. Так. 471. 471 записываем. Так, и мальчик. Карапузик мой. Любимый. Все, вы мои любимые, я вас всех люблю. Министр Юпитер. 489. 489. Запишем. Все, мамочки вернули. Все кушают. 489. Давайте посчитаем плюсик. Так, было 466. То есть это 20 плюс 23 у Юпитера. У космоса было 76, стало 504. Так, 24, 28 колобок. Наш набрал. Звездочка была 453. 53 это плюс 18. Так, комета у нас была. Комета была 468. Что я пишу? Комета была у нас 468, стало 500. Сколько? 468. Ничего себе, 32 грамма, мадам. Ну, тут еще весы бывают, прыгают, поэтому может быть так. Вот. И так, Венера у нас была 422. 400, ну, пожалуйста, плюс 21 граммик. Так, дети все набрали 23, 28, 18, 32, 21. Да, бывают, прыгают весы, поэтому, ну, в принципе, вес у всех около 500 граммов, чуть меньше. И у нашего космоса чуть больше шоколадика. Ну, это все мелочи, это все аппетитик. Мамочка успокоилась,
Детки все себе нашли сессию. Нам сегодня 17 дней. Вот такая вот вкусняшка. И такая прелесть. Сама очень люблю любоваться ими. На самом деле хочется больше им уделять времени. Хочется на них чаще смотреть. Ну, по возможности. Они с нами тут в комнате, поэтому вот тут вот у нас столько желающих. Он папочка, дедушка. Жорик, это папочка беленький, а дедуля вон наверху. Филечка, дедушка, он папа мамочки деток нашей радужки. Так что у нас тут клан целый. Все, всем всего доброго, с праздником вас, мир, труд, май. Дружба, жвачка. Все дружите, любите друг друга. И до завтра.